вами маг и чародей Антон Чалей. Я хотел рассказать вам, нужно ли высшее образование. Имеет ли оно такое огромное значение в современном мире? Если вы послушаете старшее поколение, то они вам ответят примерно так. Высшее образование обязательно надо. Сначала я учился в одном университете 5 лет, потом я учился в другом университете 5 лет, а потом пошел работать грузчиком. Учиться надо, мне хоть работа своя не нравится, мне выбрали ее родители, но ты тоже пойдешь, куда я скажу. В университете ты получишь много знаний, которые пригодятся тебе в жизни. На, серьезно. Самое интересное, что практические знания очень отличаются от теоретических. Например, есть университет, где учат пиар-менеджеров. Логично, что учителя должны быть очень высокого уровня по специальности пиар. Но если вы знаете, что у преподавателей зачастую низкие зарплаты, то почему этот пиарщик учитель, а не работник какой-нибудь очень крупной компании? За очень хорошие деньги, а главное развитие в своей профессии. Странно. То есть обучить вас могут только те люди, которым совсем не до вас. Зачем им плодить себе конкурентов? И обучение у них может стоить намного дороже, чем в университете. А если учесть то, что 60% населения России вообще не работает по специальности? Как так-то? А значит, к чему было тратить 5 лет? А самое интересное, что очень много людей стали миллиардерами без образования. Я думаю, что самая большая проблема в том, что человеку сложно определить заранее, чем он будет заниматься по жизни и что ему будет нравиться. А еще проблема найти хороших учителей. Рассказать самый простой и бесплатный способ чему-то научиться. Вводи это в Google. Хочешь научиться делать подделки из дерева? Смотри в Google. Надо разработать структуру для своего бизнеса? Смотри в Google. Да, вот так все просто. Высшее образование имеет смысл только тогда, когда ты точно знаешь, что это твое дело жизни. Только при таком раскладе событий твой мозг начинает полностью усваивать информацию и искать новую в том же интернете. А вы как думаете? Пишите в комментариях. Имеет ли оно такое огромное значение в современном мире? Высшее образование обязательно надо. Вы что, не видите, что я правду говорю по моим усикам? Такие усики только у опытного человека могут быть. Вот я учился в университете 5 лет, потом я учился во втором университете 5 лет, и потом пошел работать грузчиком. Такой высококвалифицированный грузчик, который умеет все, понимаете, расстояние считать, куда груз положить, и насколько сильно его положить. А вы вот так умеете, да? С помощью синусов и косинусов под каким-то углом положить груз. Да. Внимание, внимание! Много взрывов и котят для привлечения внимания. Теперь к сути. YouTube очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, YouTube, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку. Сообщать мне обо всех новостях этого канала. Сделал? Четко. Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешуительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылка внизу. Всем пока!